Началось заседание с просмотра слайд-шоу, где были показаны отдельные места нашего города с наибольшим скоплением мусора, оставшегося после зимы. Было установлено начать весенние субботники и через полмесяца проехать с проверкой по обозначенным на фото местам. Хотелось бы отметить, как мы уже здесь наблюдали, переполненные контейнерные площадки. Вот вывоз твердобытовых отходов с контейнерных площадок осуществляется своевременно, согласно графику, а вот уборка прилегающих территорий проводится крайне редко. Ветер разносит мусор во все стороны, на общем фоне наблюдается нелицеприятная картина. В 2013 году запланированы лимиты бюджетом города на ликвидацию несанкционированных свалочных очагов, образованных ввиду халатного отношения наших жителей города. Убедительная просьба к руководителям предприятия, жителям города своевременно наводить порядок на отведенных и прилегающих к жилым и нежилым объектам территориях, соблюдать правила благоустройства города. Определены даты проведения общегородских субботников по наведению чистоты и порядка. Это 5 и 19 апреля. А также день древонасаждения 12 апреля. День древонасаждения проводится в нашем городе второй раз. Решением губернатора данное мероприятие будет проводиться ежегодно на всей территории области. Решались вопросы о покраске остановочных павильонов, побелке деревьев, об устранении объявлений, развешанных в неположенных местах. Теперь в каждом остановочном павильоне для этих целей находятся специальные информационные доски. На совещании установили срок 1 месяц для очищения города от накопившегося за зиму мусора. Много вопросов было задано по поводу асфальтирования внутриквартальных проездов и ямочных ремонту дорог. Приблизительные сроки завершения ремонта дорог – апрель-май. В первую очередь включены абсолютно все наши маршруты движения общественного транспорта. Практически все маршруты мы планируем охватить ямочным ремонтом. По капремонту дороги у нас в этом году ситуация складывается таким образом. Значит, у нас запланирован капремонт дороги от поста 4-го радио, да, и до Самбека включительно. Значит, очень такой, будем говорить, дорогостоящий получился у нас проект. Значит, порядка 7 километров дороги. Все озвученные проблемы были занесены в протокол с указанием сроков и ответственных за их исполнение.